Снова всем welcome. Это снова я. На этот раз мы на горнолыжке. Затягиваем крепление. Приехали сюда с японцами. Вот такой вид офигенный здесь. Вот. Это у нас, по-моему, Нагано. Да, Нагано. Здесь вот мы сейчас поедем вниз. В принципе, склон этот уже средней и высокой сложности. Вот, поэтому здесь не каждый поедет, как бы, из новичков. Вот у нас там один новичок есть, вот, в группе. И он что-то это испугался и в итоге, короче, это. Ну, он первый раз. Он сказал, что ну нафиг, я не хочу это калечиться. Поеду лучше по бигинеру. А я попробую проехать по среднему уровню сложности. Гоняет тут просто жесть. О, можно фотку сделать даже. Я понимаю. Маска. А, хай, хай. Хай. Миги, хай, хай. Блин, что-то аж в ухо задувает. Короче, он сказал, что правее держись. Там нормально. Слева там. Там Шрайдер. А, это такая. В Нагано на Олимпийских играх была трасса даже. Это прыгает только что.
как в Жигулевских горах я там катался, такие же трамплины. Дай зернышко. А, Бон Айдес. Во. Нархоно. А супа адванс. Экстримару. Нархоно. Блин. Задувает, ребят, что-то прям вообще офигевает. Сейчас. Вид офигенный. Что там едут, нет? Это маска, а? Мада? А, Нархоно. Вот эта трасса, вот это я понимаю. И погодка супер. Вот, самый топ покататься. Ладно, я поехал. Нихрена себе тут спуск. Ох. Супер адванс мне еще рано. На обычном адванс проедем. Нифига ты прыгаешь там. Ёлы-палы, да они что-то долго едут-то. Кстати, крепление на ботинках, стяжки на ботинках не очень хорошо держат. Вот это вид. Thank you.
подустал уже, блин. Но это как бы не первый спуск сегодня, поэтому... Все, где мы?